этому кореш, блядь. Кто этот ебаный дайвинчик? Я не понимаю. Кто этот дайвинчик? Скажите мне, я не понимаю. Это уже 95-й тикток. Я молчал, на 95-м меня порвало. Кто это? Какой нахуй бот? Дайте, блядь, зайти. Дайте ссылку. Стыдно не знать. Так а если я не солевой, нахуя мне там сидеть? Для знакомств? О чем, в телеге или где? Или в ВК? Тиндер для нищих. О, имба, слышите, надо пойти. Надо попробовать, слышите, сейчас кого-нибудь зарканим. И там, и там. А где лучше, где без пенисов? В ТГ, ладно, давайте ТГ тогда. Ну-ка, дайте ссылку. Вот тут нахуй меня спрашивают. What is can bot? Выберите язык. Уже миллионы людей знакомятся. Я помогу найти тебе пару или просто друзей. Там 14-летний. Это не значит, что я свою женщину бросаю. Нет, ни в коем случае. Давайте начнем. Помни, что в интернете Любик могут выдавать себя за других. Бот не запрашивает личные данные, идентифицирует пользователей по паспортным данным. Решаясь с использованием бота на свой страх и риск. Ух ты, страшно нахуй! А если окей нажму, что будет? Сколько тебе лет? Что, пиздить ему или надо по правде писать? Так, допустим, мне 20... Ну, мне же сейчас подписчики будут писать, да? Или тут не так работает? Нет, тут анкеты. 23 пускай мне будет. Теперь определимся с полом. А где, я не понял? Вариант между. Я не понял. Типа. Ладно, я парень. Кто тебе... А, я уже нажал, ну ладно. Какие координаты? Как мне тебя называть? А что тут за хуй? Слышите, почему он спрашивает, как меня называть, и тут кнопка, за которой банворд? Я не буду это вниз вот это озвучивать. А, это мой ник? О, точно, это мой ник. Ладно, называть меня Алексей. Расскажи о себе, кого хочешь найти, чем предлагаешь заняться. Это поможет лучше подобрать тебе компанию. Меня зовут Алексей, и я, наверное, прикину сейчас. Пиши, что ты... Какой секс, блядь, что вы пишете? Расскажи о себе. Люблю пить пиво. Чё еще я люблю, блядь? А я и ничего не люблю. И играть в компьютер. Компьютер. А вон, мне скинули. Сижу сейчас, попиваю мультиягодный смузи. Да вы чё? Да это даже адекватный человек на это не купится. Что вы пишете, нахуй? Не, тихо, дайте нормальную анкету. Играть в компьютер? Чё, блядь? Ищу простую девочку. Хотя я написал, что мне без разницы. Как мне написать тогда? Надо написать, что я живу в США еще. Кех, манипулятор. Так, живу в США. Ну что еще? Обычный человек, люблю пиво, хуя на пудже, 4 кайма. О, имба! Подрабатываю на заводе, уже второй разряд. Вот это, смотрите, читаю внимательно, чат, моя легенда. Обычный челик, люблю пиво, доту, хуя на пудже, 4 кайма ММР, я немного гуль. Родился в Новокузнецке, сейчас живу в Москве и подрабатываю на заводе. Тихо, сейчас базовые порвутся, Москва, надо с большой буквы писать. А! Боже, осуждаю букву, не то. Так, все, подойдет легенда? Так, теперь пришли фото и запиши видео. Какое видео? Пацаны, на этом моменте мы погорели. Фотку скинь. Так, сейчас, погодите. Так, будь я девочкой, на что бы я забайтился? Вот эта фотка великолепная, сохраним. Сейчас специальная папочка будет на рабочем столе. Любимый. Ладно, допишем, блядь, а то я в такой стране, блядь, что посадят. Стример. Так, сюда. Так, что из этого еще менее зашкварно, на что бы повелись? Вот эта прекрасная фотка, да? Легенду надо было поправить, сука, у меня все фотки из Америки, хотя я с Москвы. Так, сработает? Да похуй, да, блядь, зальем вот эту фотку. Какую из этих двух выбрать? Какая более секс? Надо нейросетку, слышите? Срочно, дайте нейросеть. Сейчас мы ее закинем, сделаем бороду. Надо сначала загрузить, блядь, upload image. Любимый стример. Воткнем вот это, чтобы проще было отредактировать. Beard. Борода будет, да? Blonde hair. Dead inside. Нет, надо как-то, ну, назвать, что я бомж. Я очень богато одет. Надо как-то одежду мне поправить. Ладно, pure clothe. Я заблюрю на всякий. What the fuck, нахуй? Ну это слишком крутой чел. Так мне никто не даст. О-о-о-о! Это я себе сохраню. Ближе к оригиналу, блядь. 0.04 попробуем. Так, 0.03. Какой-то гигачат. Чат, мне не нужно аниме. Как мне, блядь, аниме убрать? Тут только аниме. Реалистик. Так, хорошо, уже лучше. Миджорни, может, какой-нибудь. Как... Может, кто-то уже сделал? Типа, скиньте мне тогда. Похуй, я, короче, так залью. Слишком впадло запариваться, реально. Фото добавлено, один из трех, еще одно, вот это добавлю. Да это все, сохрани, пожалуй. Все верно, изменить анкету. Заполнить анкету заново, фото, видео, текст анкеты. О, три.
Расскажи о себе. Вот так, Новокузнецкий, сейчас США, во. Смотреть анкеты, все, полетели. Ракета, блядь, тут. Такс. Ты тоже Алексей или что? В чем прикол, типа? Ты иди на... Блядь, не, я, пожалуй, что-то как-то мне подсказывает, что я сейчас пока создавал, тут пенисов назаливали. Это что? Обычный... Да почему они все любят пиво, как и я, блядь? Это лошара какая-то ебаная. Давай. Чё? А чё тут вообще, ну, кто-то пользуется им или нет? Судя по всему, нет, походу. Это не баг, это мне такие же интересы подкидывает бот. Чё, Светлана, филолог, работаю редактором, увлекаюсь фотографией, пишу стихи, люблю путешествия. Че за интересы такие, да ну нахуй, нет. Это что? Бля, пацаны, вы понимаете, я не могу не блюрить. Ну типа тут какая-то залупа вылезает. Блядь, пиздец. Чё, Дарья, Москва? Иди нахуй, Дарья. Что? Анастасия, 23, 18... Что? 23... Что за хуйня? 23, 18 ЕКБ, попиваю смузи, чат крутый ку. О, это подписчица, прикиньте. Ничего такая, да? Я понял, это заведомо въебанная идея. Не, я не буду с тобой переписываться, поэтому скипну. Может, кому-то интересно будет. Боже, типа, ты что-то кроме этого можешь, умеешь делать? Еще какие-то таланты у тебя есть, кроме как очков фоткать? Я не знаю, кто, кроме сперматоксикозника, поведется вот на эту ебаную говноанкету. Виктория, 22, Москва. Почему, блядь, они не пишут о себе? Типа, это хуйня полная. Тут какие-то красивые слишком девочки, такого не бывает. Я выбрал, кстати, кто угодно, мне девочек подкидывает. Если 13 поставлю, у меня, боюсь, школа только одна будет. Боже, блядь, ты что, придурок? Ты ебан, что ты нахуй закинул, идиот? Это что? Девочка за приколом. Нет, под такую музыку, блядь, надо тьпокать в задницу кого-то, я считаю. Ну-ка, давай что-то другое. Так, мой плейлистик. Ну, короче, нет. С приколом не интересуют нас девочки. Соглы чат. Ищу тиммейта для PUBG Mobile. 19+. Я в PUBG не играю. Хуйня полная. Фотка говно. Дальше. Двадцать два, 165 сантиметров ярости. Село какое-то. Дальше. О, это мы осуждаем. Тоже осуждаем. Но это ничего такая. Хуйня на пудже, пью пиво, живу красиво, бля. Вот это, да, девочка тоже вот. Ну я говорю, тут никто не сидит, походу. Бля, я даже не помню, когда я такую фотку сделал. Сохраню, пожалуй. На аватарку надо поставить. Кто-то с вебки подглядывал. Покажи вебка. Ща. Во. ВК надо. Да, ну вот это сложно. Тут, блядь, уже осужденки полетели, поняли? Типа хитрые, блядь, типы. Так, ладно, дизлайк. Ой, что-то знакомое. Это ты гифки про Диппинса пишешь. Да ты самая первая, кто скинул гифки про Диппинса. Это она все это начала, блядь. Самый главный виновник фандома про Диппинса, который его называет всячески. Это она, я тебя узнал. Просит помощи, чел. Вова Ку, здорово. Бля, прикольно. Почему написано Ольга, 23, куплю пиво, возьму в рот. Ебать, молодой какой, перспективный был. Что со мной стало, да? Сейчас. Можно что-то другое, пожалуйста? Так ты уже была, алло, зачем ты второй раз? Что за хуйня, не понимаю, она мне одно и то же подкидывает. Была уже это. Улучшает зрение, морковка. Поспоришь, да, чат? Дальше. Откуда у вас такие уёбочные, всратые скрины, сука? Нихуя себе, Валерия. 25. Ого. Это фейки какие-то, блядь. О, Юля, 24 года, Москва. Единственная фотка, это фотка в лифте. Аскетыч. Провожу морфологический разбор фотографии. Хуйня фотка. По твоему тексту делай без текста. Да? Ну похуй уже, поздно. О, а это в Сити, кстати. Вот это я знаю, это возле Сити, блядь, вот этот ресторанчик. Да.
Обычный челик, люблю пиво, понятно. О! Вот тут, короче, верю в любовь, люблю ответственных и вежливых людей, в приоритете отношения. Да кого? Какая-то еще женщина. Так, короче, фотки для дайвинчика, как делаем? Вот так вот. У пацанов, наверное, вот это. Нет, такие стереотипные фотки, это пиздец вообще, что тут? Осуждаем такое. Там карта Тинькова была. Что вы переделали? Алиса ничего такая. Да не ты, блядь, боже. Бля, я боюсь, ребят, честно. Я, блядь, вот блюр ставлю специально. Ебать, Елизавета бы, что нахуй? 2 метра ростом, что с вами? Вот это творческий человек куда-то в театр ходит. Ууу, тише, тише. О поисках общения, дружбы, встреч. В свободное время увлекаюсь плаванием, съемкой, чтением. Обожаю легкие диалоги без усложнения и тугой формальности. Влюблен в музыку и сериалы, поэтому всегда готов разделить одно из этих занятий. Рост 183. Пиши ему. Да вы что, блядь, вообще ебнулись? Заняние. Так, нет, это невозможно. Я считаю... Если вы хотите такой стрим, надо его сделать отдельно, а не вот в таком вот формате. В такой формат мне не нравится. Говно. Продолжаем просмотр. Я так понял, там 2 человека сидит, все остальное мои подписчики, блядь, угорают. Короче, поэтому... Где тут продавинчик было? Вот, было продавинчик. Делаю вывод, хуйня ебаная. Дайвинчик, дай денег, я тебе так разрекламлю. Ой, что я заглюрил-то? Там шкила сидит. Ну нихуя. Ты видел там 25-летние самочки, не против чпокаться? М?